Друзья, всем привет! Сейчас мы направляемся в Петровский район Донецка, а точнее на самую окраину, поселок Шахта Трудовская. Там уже нас ждет наша подруга, волонтер Ирина Петровская. А мы едем не одни, а вместе с волонтерами, паломниками из Кубани. Вот, ребята везут аж 4 машины, но мы тоже не могли приехать с пустыми руками, поэтому, как всегда, закупили продуктовые наборы, базовые медикаменты, средства личной гигиены. И сейчас поедем и навестим всех наших друзей, которых навещали ранее, ну и, конечно, всех таких бабушек и дедушек, которые остались одни, которым тяжело выходить, что-то покупать. Надеюсь, им такая помощь будет очень полезна. Точнее, не надеюсь, я это знаю. Потому что порой у этих людей не осталось никого, и они очень рады всегда нас видеть, когда мы их навещаем. Вот. Так что огромное спасибо вам, что помогаете, поддерживаете, присоединяйтесь. Мы делаем хорошее дело.